Также у меня сегодня в планах второе собеседование с батюшкой. Вы, кстати, знали, что сейчас у нас просто в прошлый раз это был не батюшка, а какой-то как помощник батюшки. Он с нами беседовал, дал нам молитвенник, мы должны были прочитать символ веры вслух ему. Он там свои оценочные суждения по нашему чтению дал. Вот. И рассказал нам, что сейчас они ввели какой-то новый, как правило, я не знаю, закон в церкви, что больше нельзя вот так вот просто взять и стать крестными родителями. То есть ты должен сначала приехать на собеседование к помощнику батюшки, потом к батюшке, то есть доказать, что ты прям вот достоин стать крестным или крестной. Из-за того, что очень многие люди, как он рассказал, в последнее время не особо вкладывают смысл в это во все, и просто как бы крестят детей, а потом вообще забывают, что такое церковь. И вот сейчас у них такие указания, что теперь так просто как бы ты не станешь вот крестить ребенка. То есть тут нужно помучиться, поездить.